Ха-хай, дорогие друзья, всем здоров, по-прежнему так, с нами сегодня Филиппин, и вы попали на шоу «Орел и Решка» в КРМП на Радмире на втором серваке. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня мы с Максимом опять, собственно говоря, поругались, кто настоящий пацан. Я ему сказал, давай выясним, у кого тачка круче и у кого более пацанская. Бомжу мы даем 60 тысяч рублей, а мажору неограниченную золотую карту. Вы это знаете, но, в общем-то, в КРМП этого вы еще не видели. Кучу лайков, а мы бросаем монетку, погнали. Я выбираю сегодня орла. Вот ты решил орла выбрать. Короче, у меня единственное, у нас сейчас, знаешь, почему подходит эта монетка? Потому что рублевая система в КРМП. Мне приходится выбрать решку, но ты бросишь монетку, и мы узнаем. Базар, вокзал. Да! Какого черта, бро? Что за фигня? Я ж микрофон рухнул у меня. Самое тупое, у нас 0 рублей все равно, и моя как бы золотая карта, она формально в банке, и до банка мне придется все-таки пешком идти вот с одним каким-то вот нищим. А спонсор тут нашего сегодняшнего ролика, да, какой там банк у нас, рубль, или как он там называется у нас? Банк, высри, называется он. Отличный, мне нравится, что там можно заинвестировать. Зато у меня есть развлечение для богатых, стрелять по курочкам, лаптям летающим, вот. Так, брат, я понимаю, что ты там имеешь у себя в арсенале СВД, но мне, пожалуйста, такое не надо под локоть или под ноготьку, потому что мне еще бежать или пойти искать. Попал, не попал хоть раз-то, а? Ты-то можешь, как самый настоящий мажор, сегодня поехать, понимаешь, на тачке. Да, слушай, я вызову такси. Я буду экономить деньги, потому что тачку мне предстоит сегодня купить пацанскую, но самую лютую, самую жесткую. Ну, смотря какой бюджет я себе позволю, вот это кстати. Это звучит очень опасно, на самом деле, я боюсь. Но ты до банка добежал быстрее меня, потому что я пытался себя застрелить, чтобы ты почувствовал всю горечь, так скажем, приобщился с общиной своей. Вон твои друзья, два друга твои бегают. Слушай, этот, по-моему, либо сегодня... Одного зовут Макс. Так, пацаны, вот вы его не... меня подкидываете, я 10 тысяч рублей даю. Пацаны, 10 тысяч... Ты дурак, брат. 10 тысяч рублей, кто меня подкинет? Не хотите, я куплю машину здесь, чтобы доехать до автосалона, идите нахрен. Могу себе позволить, прикинь, Макса. Нофнулся. Сука какая, а? Уже убежал. Сука, своих друзей, нифига у него их там. Он что, с них дань будет собирать налоги или что он там? А, чтобы доехать до автосалона высшего класса, я куплю себе какую-нибудь тачку. Ну что-нибудь подешевле дайте. Вот! Нет, не все так просто, пацаны. Я выбрал себе машину, на которой я поеду. Мы сегодня пацанский контент снимаем, вот. Чтобы купить пацанскую тачку, чтобы я потом лишний раз не передумал, то, что я купил здесь, сойдет за тачку. Я ведь могу себе и дешевую купить, вы понимаете? Дело лишь только, собственно говоря, в бюджете. Но не в выборе. Я могу купить себе дешевую машину, чтобы вы понимали. Ключ не вставлю, ну а я поехал до автосалона высшего класса. А вот такую машину я себе купил. Кстати, я могу ее подарить Максиму как презент. Хо. Да. Вот вы чтоб понимали, как вообще это могло произойти, но... Я не могу... А, я выехал. Я тут только что на минуту две залип на мусорке. На этой машине. Я, короче, в итоге решил приехать на авторынок. И как бы я мажор, могу себе позволить любую машину. И неважно, будет она БУ или новая. И что-то я тут пацанских машин особо-то и не вижу. Мерседес, С-класс, нет. Ну, как, какая она пацанская? Вот только Range Rover здесь за пацанскую, да, сойдет. Ну, бэха семерка, слушай, гелик, ладно. Здорово, братан. Здорово, а ты что-нибудь продаешь здесь? Не, бля, я продал. Ну, то все тогда, что надо. почем бэха твоя? БМВшка твоя, почем? За 1,8. А, 1,8, слушай, нет, 1,8, нет. Нет, пацаны, дешево, дешево. Гелик. 4 торг. Подожди, гелик могу купить? 1,8. Ну, заманчивое предложение. Гелик за 4, да, я так понимаю. Я съезжу до автосалона, все-таки я мажор, могу себе любую хрень позволить. А там посмотрим уже. Вот это уже интересно. Все тачки розовые, поэтому нужно убрать цвет, чтобы она более пацанская казалась. Нейтральный белый пока возьмем, да, но в любом случае черная будет пацанская. BMW X6M. Очень, очень пацанская машина. Никогда ее не было, тем более у меня во владении. 10 лямов за S-купе. Ой-ой-ой, Cadillac Escalade. Jeep Grand Cherokee, да. X5, да. А Ford Mustang, кстати говоря, вот прям пацанская. Прям брутальная и пацанская. Panamera, ну... Ну как бы я тут могу что-то плохое говорить, понимаете?
Ну, М4, слушай. Короче, бэха должна быть черная, во-первых. Покупаю, мне нравится, почему-то мне прям вообще заходит. Ну, прям черная бэха, вы посмотрите, как я выгляжу, и как моя бэха будет ко мне идеально подходить. У-у-у, какая машина-то, у-у-у. У меня прям это, возбуждение. Ладно, теперь без шуток. Мы садимся в нашу новоиспеченную BMW X6M. Максим даже не ожидает, наверное, эту машину. Пристегиваем ремень безопасности, хотя пацаны этого не делают, поэтому отстегиваем. Вставляем ключ. И мажор, пацан мажор. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а. Ну какая соска, а. С люком, смотрите. С галанасом у нас здесь. Ну, да. DSC off и погнали, пацаны. Ну погнали, все, заводимся. Как она у нас едет? Слушай, бодро. Бодро-бодро прям. Сзади телеки, да, это фуловая комплектация. Но у нас еще есть бабки, на которые мы можем ее занизить и поставить пацанские диски. И это мы едем прямиком сейчас и делать. Ну что, мы пригнали на тюнинг. Надеюсь, кто-то здесь есть. Тюнинг, тюнинг, пацаны. Самую пацанскую тачку. Йоу, на тюнинг запишите, пожалуйста, меня, Данилка. Давай я. Тюнингуй меня, Данил. Я хочу, чтобы ты мне сделал самую пацанскую машину. Я надеюсь, он справится просто по голосу. Я не уверен, что это, ну, типа, быстро будет все. Так, цвета. Мы не будем выбирать винилы. Увы, нет. Выхлоп нет. Гидравлика. Да. Гидравлика, да. Внедорожник, должна быть пневмоподвеска. Поэтому ждем, пока он ее поставит. Так, отлично, гидравлика у нас установлена, ну, то есть пневмоподвеска, я не знаю, почему гидравлика, ну, короче, неважно. Так, что у нас имеется, стоковая крыша, ну, короче, все стоковое, спойлеров нет, и колеса мы, естественным образом, сейчас будем менять. Ой, это я какие, вторые нажал? Прям уже идеально подходит, слушай, ну, такие тоже, кстати, неплохо. Ну, это нет, да, но, ну, уже не модно. Нет, нет, тоже нет, тоже так себе, тоже, вот эти неплохие, но маленькими, кажутся на этой машине. Эти тоже фигня, и эти тоже фигня. А вторые, самые нормальные, их мы установим за 420 тысяч рублей. Охренеть. Блин, они вот, что-то мне подсказывает, что они ни хрена не черные, но надеюсь, что они будут черные. Все, диски идеально, мне прям нравится, как они подходят здесь. Погнали. Блин, реально годно. Я приподнимаю подвеску и буду ездить вот так. Зачем я еду ее занижать, я не знаю. А можно ли это сделать? Подожди, у меня будет гидравлика, но одновременно заниженная машина. Я так не делал никогда. Одна проблема, когда заезжаешь в гараж, нужно посигналить, когда сигналишь, поднимается гидравлика. А, в любом случае, срезать пружины мы должны. Выбрать другую модификацию, минус 40. Во! Во! Вот! Да, приобретаем. Да, выходим, 100 тысяч, все, выходим, выезжаем. Тачка готова. Это прям монстр, гонка. Турбо, пушка, пузо, скрепка. X6, заниженный, черный, Ты, Максим, любишь, да, за складами за этими потусоваться? Слушай, ты увидишь мой автомобиль, ты все поймешь, он как бы здесь идеально вписывается в эту тематику нашего пацанства. Мне сигналят, что ты тут неспроста, ты меня долго ждал, я так понял, да? Это тут твои пацаны. Конечно, у нас тут, у меня тут пацаны, знаешь. Так, короче, смотри, нас отделяет с тобой одна стена, и прямо сейчас я узнаю, какую пацанскую тачку ты купил и какую купил я. Мы этого не знаем с Максимом, очень интересная интрига. Готов выезжать? Давай, раз. Что ты там взял? Давай, давай. Два. Три, четыре, восемь, десять. Да! Ты чё, брат? Взял X5? Ты тоже черный сделал, ах ты пацан какой, X6 взял, ема, ты посмотри, мажор, ну сучка. Я занизил и поставил на нее гидравлику, чтоб если что, на оффроуде все-таки не потерять свои характеристики, но быть... А я знаю, что сделал, я ее купил, сука, и все. Какой у меня тюник? У меня было облегчение кузова только единственное, да? Ну я вижу, да, ты что-то... Где у тебя капот? Облегчил кузов? Пока я сюда ехал, у меня машина это какое-то, знаешь, какое-то ядро авто-ДТП любителей, потому что у меня было сразу три ДТП, как бы, знаешь... Чё с тачкой? Ну, братан, а чё ты хотел купить? Чё гонишь вообще? Ну ладно, она очень по-пацански выглядит, бандитская, чисто. Ну вот, я просто это, я это сфотографирую, какой хлам просто, ну извини. Братан, очень, очень хороший наглядный пример, ребята, то есть вот он мажор, вот он бомж, серьезно, идеально просто. Просто нет, шмотки, вот шмотки, я опять за твои шмотки пояснить не могу людям, но вот как я выгляжу, вот мужик, пацан, золотая цепь, Адидас. Я как раз рэпер был бы как раз какой-нибудь, да, или там... джаз-исполнитель, а ты бы вот был пацаном на восьмерочке. Так, ладно, просто. Давай. Наше шоу, слушай, я не думаю, что гонка будет справедливой, но мы ее сделаем. Мы будем сейчас спрашивать игроков, какая
лучшая, чья машина набирает первые 3 очка, та и побеждает. Братишка, вот две машины, только одной ты можешь отдать одну очко прямо сейчас. Одну очко. Какая, свою. Какая тебе больше машин нравится из этих двух? Да, какая из двух, скажи. Вот сейчас будет проверка, пацана. Что-то вот мне не нравится, какой-то предвзят, он с тобой поздоровался, а мне ничего не предложил. Какая-то хрень. Так, кстати, да, ладно, хорош, хорош. Напиши, хорош. За девятку или за X6? За X6 или за это девятку? Одно очко. Это восьмерка, это восьмерка. О, фу, я 99-ю хотел сказать. Он здоровается с нами, но голос не отдает. За кого? Он думает, может быть, он обдумывает об мозгу. Так нам надо много людей спросить, что он так долго думает. За кого голос? Подожди, ну как-то ты ему объяснил в плане того, что вы оба лучше. Понимаешь, все, это... 1-1 тогда, окей. Кто первый три хорошая... набирает, то есть получается, ничья. Сужаемся, да, ничья. Так, окей. Погнали дальше, спросим игроков, а потом уже будет в конце гонка, типа. Оффроуд хотя бы, гонка, да? Да, я думаю, что оффроуд будет здесь логично. Оффроуд. В плане того, что, понятное дело, у твой автомобиль, ёб ты в рот... Нет, я знаю, какое испытание будет, не оффроуд. Мы загрим мусоров. Мы же пацаны. Так, ага, подожди, то есть, а простому пацану с района... Заикаться начал! Чё-то вот я про твои шмотки говорил, не фуловый ты пацан. Как я могу от ментов угонять, если у меня тачка, во-первых, побита, покрашена и вообще не побита, она... не покрашена. Подожди, а где мы? Нам нужны зрительские симпатии. Поехали, спросим у людей, у кого-нибудь. Подъезжаем, так. Я бы поехал на бомж респу, потому что там... Вот, есть чуваки, два чувака, иди сюда, едь сюда. Здорово, хорошо. парни, меня слышно? Вы меня слышите? Да, здорово. Смотри, вот есть две машины. Непредвзято, на свой личный выбор. Восьмерка. И BMW X5. Да, это уже рофл. Какая из двух машин? Одно очко можешь отдать какой-то машине. Либо восьмерке, либо бэхе. Давай. Опа! Так. За мою отдали голос. Он просто на бабки повелся, как Шаламандрия. Так, Димас, твой выбор сейчас решает. Восьмерка или моя, или Бэха? Что выберешь? А Филиппин, смотри-ка. Мы просто черные ники сделали, чтобы нас лишний раз не узнавали, чтобы не убивали. Ну да, есть, да, такая движуха. Вот поэтому не сразу узнают, это хорошо. Слушай, у нас прям огромная такая суета. 2-2, слышь? О, хорош, Диман, вот это нормально. Чё за хрень, Просто тот повелся. Так, ладно, садимся, сейчас мы уезжаем в другой город и заодно проведем гонку. Вот, еще, Ник, скажи, пожалуйста, какая тачка тебе больше... Не-не-не-не, в этом городе больше не спрашиваем, в этой толпе, все. Здесь не принимаем, Максим. Мы на одной точке приняли там голоса, сейчас едем на другую принимать голоса. Это что, у нас бюллетени собираются? Да. В разных этих регионах, да, голосы. Ну отлично просто. Ну, одномандатный округ. Надо какого-то человека найти. Скажи мне, пожалуйста, какая у тебя максималка на данном СИА? 200 там с хреном, поэтому гонять со мной не смысла. У меня 106 километров. Подожди, задним ходом давай. Гонка против тебя. Вот так вот? Ну хорошо, вот так я победить смогу. Нет, так я не смогу. Задом, пишет, задом. Кирилл, он, ну слушай, нет, не сильно отстаю. Братан, на удивление. 60 ты там плюс, да, едешь, я так понимаю? У меня 106 километров. Ну сука, я 60 задом еду. Все понятно, все просто элементарно, Ватсон. Итак, смотри-ка, сейчас, короче, ладно, 2-2 счет. Но я предлагаю все же оставить именно финальное. Нужен бомж какой-то, прям бомж или... Ребята, напишите в комментариях. Да, слушай, да. То есть финальное решение за вами. То есть 2-2 вышло. То есть если бы изначально 2-1 и осталось бы, то понятное дело, что если бы вы проголосовали больше за меня, то я бы выиграл. Но теперь 2-2 вы должны написать в комментариях. Вот там ты хотел ментов, вот там вот уже патриотики. Да, напишите обязательно в комментариях, мы почитаем и в следующей серии «Орли и Решки» мы скажем, кто победил в зрительских симпатиях. Да, пишите «Такс» или «Филиппин». Слово «Такс» или «Филиппин», за кого голосуете. Не 1-2, не Бэха восьмерка, а «Такс» или «Филиппин». Да, I understand, ты куда пропал, молодой? Так, я еду дальше в сторону Южного. Ты в Южный, да, едешь? Нет, надо направо было повернуть, смотри. В лес? Направо, да, у нас же гонка-то оффроуд. Ага, ну все, еду, братишка. Ты что, не предупредил, я не услышал как-то. Не будет ДТП? Отлично, чувака на встречку выкинул.
И пускай, что у меня передний привод, и пускай, что у тебя полный, да, и вообще... Да главное, и вообще у меня внедорожник, ну ладно, кроссовер, как бы, на, ну хотя бы на пневме. У тебя еще есть пневма, да. У меня пацанская машина во всех пониманиях, и это нужно признать тебе давно, вообще, в принципе. Слушай, у меня тоже пацанская тачка. Тоже пацанская, ну как она... Пытаться будет, слушай, ты где? Я вот еду дальше, 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 зеленый вот вижу УАЗик. В сторону тюрьмы, да, ты повернул? В сторону Рублевки, вот, блин. Чувак. А, бляха, бубаха. Прям на чуть вот, вот где сворот. Ну я Рублёвку. Уже устроил оффроуд. Ладно, давай встретимся там. Я понял. Ой-ой-ой. Вот. Бля, валерать. Утонул в луже! Макса! Что? Я утонул в луже, помогай ей. Нет, есть шанс. Поехали, вот поехали. Вот ваш этот немецкий автопром, коли дело наш, АвтоВАЗ. Слушай, что-то странно, пацаны, я утонул в луже.